Мальчики, девочки, вы где? Вы со мной? Привет! До боли знакомое зеркало, да? Привет! О! Привет! Слушайте! Я сегодня покрасила волосы в розовый цвет. Какую карту? Не надо. Ну, не знаю. Слушай, у моего парня просто бизнес-план созрел. Он на мне хочет заработать, вы понимаете? Вот, я покрасила волосы в розовый цвет. В такой слабенький розовый цвет, но вы здесь ничего не увидите, да? Ладно. Как вам? Да, взяла эти красные босоножки. Нормально, когда успела покрасить, но я тебе не стала говорить. Ой, лайкари мои, зайчики мои, вот. Вся такая розовенькая, да, прям? Необычно. Давай. Лето, куда худеть, когда худеть собираюсь. У меня еще есть следующее, не отчаиваемся. У нас еще есть следующее лето, чтобы похудеть. Под цвет айфона, да, представляете, этот розовый купила и так об этом пожалела, хочу белый айфон. Хочу белый айфон, потому что розовый айфон это так пошло. Почти так же пошло, как розовые волосы. А как качество, кстати, картинки? У меня чокер на шее. И мой парень говорит, что я не толстая, так что не надо говорить, когда успела, а когда не успела. Привет, привет! О, Краснодар, привет! Казахстан, привет. Красивые ноги, спасибо. Ты стрёмная. Ну, не всем же быть такими красивыми, как ты. Особенно левая. Ой, мне всегда говорили, что левая у меня посимпатичнее будет. Мне 17. Мне Лиза 17. В последнее время я никуда не летаю, мне нечего вам интересного рассказать, поэтому просто сейчас режим блондинки с розовыми волосами включен, окей? Мои старые подписчики, вы главное не разочаровываетесь во мне, вы же все знаете сами. Похоже на ТП, так что делать-то? Что модно и стильно, тренд, понимаешь? Тренд ТП нынче, почему бы и нет? Так. Почему вы такие злые? Выглядишь на 25. Я большая уже девочка, взрослая. Посмотрим, насколько у нас люди испорченные. Так, человеку за самые гадкие комментарии будет положен приз. От меня лично. Давайте, кто самый гадкий комментарий напишет? Мне просто даже интересно. Ой, мои лайкари, вы просто муа-муа-муа. Я потанцую для вас. Влюбленных рядом глаз. Зачем так сложен миг? Кто дарит нам всегда? Какой приз?
Ой, я не могу сказать всем, но обещаю. Как же... Ой, такая святая моя дама офигенная. Что с моим ноутом случилось? Так. У меня у ноута села зарядка, да, наверное. Он же выключился не потому, что сломался, я надеюсь. Так. Музыка не там. Так, блин. Глупая, когда я успела свой ум продемонстрировать? А, слушайте, а скажите мне, как определить умную от глупой? А? Ну, просто мне так интересно, чтобы людям хотя бы пыль в глаза пускать. По лицу видно. То есть страшненькая, значит умная, красивая, значит глупая, да? Фу, жарко. Хоть бери и раздевайся. Кристина, привет. Они. Так. Глупо, не слушай хейтеров. Ну, ты мой сладенький. Нет, ну, конечно. Так. Интересно. Так, мне тут пишут ВКонтакте. Ой, ребятки. Спасибо, солнышки. Можно сделать скриншот? Да хоть 10. Милый. Ты же тупая. Так я не претендую на мисс умная. На мисс самая умная. Не можешь ответить ни на один вопрос. А тут были вопросы, тут, по-моему, только утверждение, что я глупая. Мне 17. Блин, ой, все. Теперь у меня будет работать ноутбук. Они не смотрели про японский? Да. Они не смотрели. Ну, мои зайчики, которые меня знают, вы самые лучшие. Вы не ругаете меня, а поддерживаете. Они, мне кажется, просто на экзамене сидят, у них там вопрос попался, а вот они про корни все и спрашивают. Ребята, в чем смысл трансляции? Внимание! Если вы в перископе ищете что-то умное, то я бы уже подумала о своем интеллекте. Ну, вы о своем должны задуматься, раз в перископе ищете что-то умное. Если что-то ищете умное, то идите в библиотеку и возьмите там книжку, и там реально будет что-то умное. В перископе умного ничего не ищите. Это вам совет от тупой тёлки. Thank you.
совсем недавно. Да, это все она. Ой, я устану банить от всех, поэтому мне очень интересно, насколько воспитан, интеллигентен наш народ. Знаешь, она была такая, словно из рая, свободна, словно птица. Ты хороший человек, добрая. Спасибо, солнце. Такая же озорная, застенчивая, но приветливая. Все, достаточно. Немножко голубая. Тихо. Как огонь, понимаешь? Как природа. Пускай тебе что-нибудь сексуальная подружка твоя сделает. Молчаливая, вся говорит танцем, очарует улыбкой и мягким румянцем, так молода, словно за спиной ранец. Любит воздух урбана, любит, но не чтит глянец. А глаза... Глаза, как сиреневые облака. Экшен в конце. Экшен весь в конце всегда у меня. Это надо потерпеть чуть-чуть, посидеть, а потом будет. Да, волосы свои. Старых магнитол. Как ласкает уши этот треск и легкий шум. Москва. Ждем. Как этот саксофон твой разрушает разум. О, да, я купила себе рыжие офигенные, классные. Как-нибудь их буду выгуливать, обязательно покажу. Она одна такая, понимаешь, мам. Словно мираж. О, спасибо, солнце. Я знаю, ты понимаешь меня, мам. Скажи, что за трек. Трек. L1, она была такая, словно из рая. Да это на самом деле я купила в Японии штучку для волос, тушь для волос, и ей красила. То есть вот она прям выглядит как тушь. И я вот так вот по волосам вводила, и они у меня стали розовые. Ну, прикольно. Она у меня столько лежала, полгода, как я была в Японии. И вот, решила сегодня пообезьянить. Грустно, скучно. Все дела закончила и решила немножко поэкспериментировать. Да я ж совсем, я только спереди пару прядок, там же я ничего не делала. Поэтому хватило. Ой, мои солнышки. Ладно. Всех люблю, всех целую, даже этих ужасных хейтеров. Если бы не вы. Пока-пока. Ой, Каримо, я вас люблю.